Привет, народ, я Аарон Пол, и я предлагаю пуститься во все тяжкие. Да, сучар, вы не ослышались. С выхода первой серии прошло 10 лет, и чтобы отметить, мы проводим конкурс и приглашаем победителя с одним другом поварить в нашем трейлере здесь, на студии Sony в Лос-Анджелесе. Будем варить или мед, или завтрак. Что? А? Ясно, ну... Скорее, все-таки завтрак. А теперь, чтобы у вас сложилось представление о том, что вас ждет, я решил провести небольшую экскурсию по нашей прошлой и будущей кухне. Погнали! Ух ты! Да тут все как прежде. Никаких туристов, частная собственность. Господи боже. Брайан! Аарон! Братан, я чуть не обосрался. Это ты, я так рад тебя видеть, выглядишь шикарно. Что ты здесь делаешь, брат? Я работаю над ролью. Ролью для, ну знаешь, фильма. Ты что, тут живешь? Аарон, ну ты шутник. Конечно, нет. А что это все, что происходит? Я предлагаю зрителям варить мед со мной в трейлере. Погоди-ка. Во все тяжкие перезапустят? Слава богу! О, да! Будет как сериал «Розанна». Только без расизма. Нет. Мы не перезапускаем сериал, Брайан. О, я живу дальше. Ты... Да, я тоже. Нет, ты... У тебя тут плитка стоит. Она твоя? Я купил ее именно для твоей благотворительной акции. Это, кстати, индукционная плитка. Наука сучара. Ты помнишь, а? Помнишь? Да, нет, я помню. Боже, ты был таким классным, Джесси. Давай, может, все-таки возродим сериал. Ну, так. Ты тут живешь? Нет. Ну, конечно, я актер, который никак не может пережить, что его сериал закончился 5 лет назад. И поэтому живу в трейлере, и еще скажи, что я в ведро хожу. Не выдумывай, Аарон. Чувак. Оно тут было, когда я пришел. Да? Господи. В нем столько говна, Брайан. Туда будто месяц срали. О, нет. Они же снимают. Нас сейчас снимают, Брайан, не надо. Я так сильно скучаю по сериалу. Ну все. Да уж. Эй, все, хватит. Нет. Господи, ты воняешь хуже, чем ведро с говном. Нет. Господи. Ой, ну прости, Аарон. Мне так жаль, что я не молодой, не красивый, не богатый, и у меня меньше друзей, чем у тебя. Назови меня красивым, это странно. А ты красивый. Очень. О, боже. А это трейлер из «Во все тяжкие». Добро пожаловать на студию Sony. Ребятки, идите вон туда, в магазин сувениров, а я через секундочку вас нагоню. Вон туда, спасибо. Аарон, какого хрена? Что? Что это все? Почему? Ты не ведешь экскурсию. Ты здесь работаешь? Я? Нет. Да, работает. Он здесь работает. Он умолял меня дать ему работу, потому что мечтает снова быть рядом с фургончиком. Сраный лузер. Ну... А ты что? Почему? Ты что? Охренеть. Сериал закончился 5 лет назад. Забудьте уже. Так, ты оденься, а ты надень свою форму. Ясно? Стю, не вынуждай меня. Что? Как ты меня назвал? Скажи мое имя. Это же из сериала. Я знаю. Мистер Рушпеккер. Ты, сука, брай. Лузеры. Ладно. Мне тоже сложно забыть сериал. Эй, ну брось. У нас не так уж все и плохо, ведь у нас есть фургон. Есть плитка. Ведро есть. Можем в него какать, и друзья в интернете у нас есть. Так?
Давай, расскажи про благотворительность. Давай. У вас есть шанс поварить с нами мед. В трейлере «Что не знает бед». Посетите вот этот сайт и пожертвуйте. И на ваши деньги мы сможем купить новые цацки. Нет, 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 нет. Да чтоб тебя. Каждое пожертвование пойдет на борьбу со школьной травлей и Национальный центр по поиску и спасению детей. Да, может, вы выиграете и навестите нас, что было бы круто. Очень круто. Пожалуйста. Пожалуйста. Мы дадим потрогать наши Эмми и посрать в ведро.